Средство от тли. Молоденькие деревья, когда тля их атакует очень сильно. Высадил чеснок и, пожалуйста, вот вам груша, листья здоровые, хорошенькие, приросты вон какие. Вот таким вот образом. В прошлом году эту яблоньку еле-еле удалось спасти. Тля атаковала жутко, что только не делал. В этом году по краю посадили лук и несколько семечек кориандров. Листики хорошие. Свеженькие, муравьев не видно, тли не видно. Рекомендую. То есть обычные средства: чеснок, лук, кориандр. И все будет хорошо. И еще одна яблонька, тоже чеснок. Несколько кустиков кориандра. И смотрите, какие побеги. Хорошие, ни муравьев, ни тлей нет. Рекомендую. Жимолость. Побеги мощнейшие. Вон. Чистенькая. Тли нет. По периметру высажен лук. Кориандр посеян. В прошлом году была атакована тлей, и в этом году все чистенько.